Не зря говорят, что практика лучше теории, а в освоении профессии это важнее вдвойне. Уже в 9-й раз в республике проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы», помогающий студентам раскрыть свои профессиональные таланты. В этот раз ребята попробуют силы в более чем 20 компетенциях. Поварское и кондитерское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, технологии моды, парикмахерское искусство и многие другие профессии. К слову, одна из крупных площадок чемпионата открылась на базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Победители и призеры ежегодного чемпионата республиканского, они с легкостью находят работу, трудоустраиваются и являются востребованными специалистами на региональном рынке труда. Наверное, это основная задача, ради которой проводится данный конкурс, чтобы наши выпускники были востребованы, начиная уже со студенческой скамьи. Еще одна площадка регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по профилю эксплуатации сельхозмашин открыта на базе аграрно-технологического колледжа в Иркен-Шахаре. Студент третьего курса Алексей Гриценко уверен в своих силах и с нетерпением ждет начала соревнований. Я уверен в себе, я смогу это сделать. И у меня знакомых много, кто уже участвовал в этом конкурсе. Ну и как бы даже для себя хочется попробовать что-то новое. Вот, поэтому я думаю, я смогу. Воспитанники аграрно-технологического колледжа уже не раз входили в число лучших участников чемпионата. А в этом году, как признание заслуг педагогического коллектива, один из преподавателей колледжа получил на турнире статус федерального эксперта, что только подтверждает высокий уровень как студентов, так и педагогов нашей республики. По автомеханикам у нас один участвует в городе Черкесске с 301 группой. По бухучету. Два студента участвуют. И по спасательному делу, да, две команды по 6 человек. Кстати, в этом году в чемпионате участвуют не только студенты, но и старшеклассники по трем направлениям. Кондитерское дело, администрирование отелей, медицинский и социальный уход. Далее победители регионального чемпионата WorldSkills отберутся на национальный финал, который пройдет в мае в Мордовии. Мадина Лайпанова, Альбина Шауа, Мурат Кимрюгов, Далиль Мирза, Архыз 24.